Здравствуйте, друзья! В одном из прошлых видео полезного плейлиста мы говорили о том, как добраться из аэропорта до вашего отеля. Итак, мы перейдем от слов к практике. Если вам посчастливилось прибыть в первый терминал аэропорта, то отсюда вам будет легче всего добраться до вашего отеля, так как прямо на выходе вас, если вы полетели по путевке, то прямо на выходе вас встретит гид, который расскажет вам, как дойти до автобуса, который находится на парковке дальше. Вторым способом является аренда автомобиля. Аренда автомобиля находится слева от меня на парковке. Там, пройдя, вы сможете взять автомобиль на прокат и доехать до вашего отеля. Третьим способом является такси. Такси здесь находится достаточно много, даже за моей спиной находится пара машин. Подойдя к таксистам, вы сможете показать адрес, куда вам нужно доехать, они вам назовут цену, и если вы согласны доехать за эту цену, то вы можете поехать на такси. Если же у вас после полета остались силы, то вы можете воспользоваться более экономным способом, это доехать на автобусе. Автобусная остановка находится слева от меня. Пройдя по тротуару до буковки «Д» на знаке, там вас будет ожидать автобус номер 600 или номер 800. Также есть альтернативный способ, как добраться до отеля, а именно «Антрей» — местные трамваи. Позади меня, выше, вы можете увидеть трамвайные пути. Забравшись туда, оплатив проезд, как это сделать, у меня есть об этом короткое видео, вы сможете дождаться свой трамвай и доехать на нем до центра города или прямо до вашего отеля, в зависимости от того, куда следует маршрут. Итак, я постарался быстро рассказать вам о том, как добраться из терминала 1 аэропорта Анталии до вашего отеля. Итак, это было 7-е видео полезного плейлиста. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забудьте посмотреть прошлое наше видео полезного плейлиста о том, как в теории можно добраться из аэропорта до вашего отеля. Это был терминал 1, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!